Привет, с вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения, отличного стройного дня и, конечно же, показать вам очередную стройную фишечку дня. Сегодня эта фишечка для тех, кто любит загадки и эксперименты. Показываю. Так, сначала загадка. Это у нас что? Ну, по виду может показаться, что это жареные цукини. Такие, знаете, кабачки с темно-зеленой кожицей. А нет, это жареные огурцы. Ну, можно подумать, конечно, что это извращение, но на самом деле для разнообразия, для интереса очень даже имеет смысл попробовать. Вот по ссылке ниже вы найдете публикацию на нашем сайте, где есть 5 разных вариантов, как пожарить кабачки. Фу, огурцы, видите, даже заговариваюсь. На самом деле, конечно, способ можно использовать любой. В данном случае я просто обжарила их на сливочном масле, а потом чуть-чуть еще сбрызнула соевым соусом. И вот такая штука. Добавить можно, намазать там творожный сыр, какой-нибудь легкий соус, все что угодно. Или просто так хрустеть. Маслом даже их особо не испортишь, потому что в огурцах всего 13 калорий на 100 граммов, плюс на 98% они состоят из воды. Поэтому если вы на маслице слегка их обжарите, ничего страшного не произойдет. Супер много калорий вы сюда не добавите, они же водянистые, особо много масла, если вы полную сковородку не зальете, даже не успеют впитать. А сами по себе огурцы, конечно же, очень полезные. Там и калия много, это для работы сердца и почек особенно. А плюс в них, как ни странно, много йода. Так что сейчас, когда сезон, и огурцы стоят копейки, или будут скоро стоить копейки, обязательно ешьте каждый день по 2-3 огурца. Кстати, белки с ними тоже лучше усваиваются, чем обычно. Поэтому в качестве гарнира к мясу замечательная штука. Пользуйтесь на здоровье и никогда не сидите на диетах. Будьте бодры, веселы, жгите, и все у вас получится. Под видео обязательно ставьте лайк и оставайтесь на связи. Всего вам доброго, пока!